Добрый вечер, дорогие друзья! Лапа картинья медама сунгунги! В этот вечер уже традиционно мы собираемся в начале августа в этом замечательном зале в 14-й раз. Мы рады приветствовать вас на 14-м фестивале, фестиваля Юрмала Шансон! Бурные аплодисменты себе, что вы нашли в себе силы, время, чтобы быть с нами в этом зале, а не лежать где-то, не знаю, кто на диване, кто на пляже. Ну, и по крайней мере, сегодня точно вечером лежать на пляже не будет мой несравненный, уже неповторимый, уже просто родной ведущий Юрий Филь. Также несравненная, незабываемая, прекраснейшая и, не знаю, посветлевшая солнышко наше стало. То был такие контрасты были, а тут прям светлое-светлое, яркое-яркое. Просто неподражаемая Оксана Пилера! Я прям теряюсь, когда о ней говорю, потому что... Спасибо. Ну все, Юр, хватит, он постоянно меня захваливает. На самом деле, в этом году у нас очень много что обновленное. Мы любим новинки, любим радовать себя, радовать вас, радовать Юрмалу. Сюрпризы, поэтому... сюрпризы. Да, сюрпризы, любим. Мы да, любим да, сюрпризы. Поэтому в этом году мы решили, как вы уже знаете, те, кто были раньше на фестивале Юрмала Шансон, видел, что мы всегда выходили, пели гимн. В этом году мы просто вышли по такие царские фанфары. Сразу к вам, чтобы быстрее встретиться с вами и быстрее начать наш концерт. И в этом году мы хотим дать такой мега-великий шанс конкурсантам, которые каждый год борются за право выступить здесь, в концертном зале Дзинтере. Да, и в этом году у нас есть яркие, интересные конкурсанты. И действительно, зачем же томить, если прямо вот сразу мы можем с вами поделиться тем, что у нас получилось. Я надеюсь, вы присоединитесь и поддержите. Людям действительно впервые на такую сцену выходить сложно. Репертуар достойный, люди красавцы. Юрочка, расскажи, как они боролись за этот шанс выступить сегодня перед вами. В этом году на замечательном пароме «Романтика» мы двигались в сторону Стокгольма. Они исполняли по одной композиции. Знаменательное жюри в полном составе оценивала их исполнение. На следующий день мы обратно на том же самом пароме двигались, и еще были композиции. То есть менялось настроение исполнителей, но жюри оценивало одинаково сурово. Получилось необычно. Я думаю, что в этом году мы встретимся с вами с очень необычными и интересными конкурсантами. Давай же посмотрим, кто же нас первый. Кто будет открывать фестиваль Юрмала Шансон 2017. Первыми на эту сцену выйдут, что не часто у нас бывает, дуэт. И не просто дуэт, а муж и жена. Еще они представляют такую прекрасную страну, как Белоруссия. Я не буду уточнять уже город. Андрей и Наталья Язвинские. Аплодисменты, давайте их поддержим, они действительно волнуются. Где они? Вот они. Юрмала, встречайте Беларусь! Лапсвакерс Юрмала! Добрый вечер, Дзинтаре! Друзья мои, давайте сразу в настроение упадем. Ручку выше и ладошки к ладошке. Поддержите нас! Спасибо! Огромный привет вам от братьев белорусов! Заболел я тобой, не скрою, и теперь куда бы ни шел, все мне кажется, ты со мною, и от этого хорошо. Я теперь за тебя в ответе, ни к чему вереницы фраз. Есть, наверное, любовь на свете, и она прочно держит нас. Есть, наверное, любовь на свете, и она прочно держит нас. Моя судьба, моя любовь. Как первый раз, все вновь и вновь,
от этого сладко до слез. Я рад, что рядышком. Спасибо. Чудесная, неподражаемая Беларусь, да? Вот так вот умеют они зажигать, это однозначно. А вы знаете, на самом деле, чем отличается конкурс «Юрмала Шансон» от всех остальных конкурсов? Тем, что мы... Ой, передадим. Ничего себе, уже... Спасибо. Хорошо, передадим. Благодарю, мерси. А что ты забрал мои цветы? Ну тогда... А, так, ну спасибо, спасибо, благодарю. На самом деле, чем они отличаются? Тем, что у нас выступают конкурсанты, которые пришли к нам сюда на сцену из народа. Потому что вы не представляете, какое огромное количество талантливых людей находится ежедневно. Вот мы встречаем в магазине, я не знаю, там в аптеке. И никто не догадывается. Да, вот на самом деле следующий исполнитель, который выйдет на эту сцену, для меня даже было это открытие, он врач. Реабилитолог. Вот, реабилитолог, совершенно верно. Еще он врач-терапевт. Приехал он к нам из горного, солнечного Владикавказа. Да. Так что давайте его встретим, да, даже вот поющие врачи, как говорится. Итак, Игорь Кузиев. Встречайте. Добрый вечер, Юрмала. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать, и хочу подарить вам вот эту теплую песню. Я не знал, что однажды увижу ее через тысячу лет. Я ведь думал всегда, что она лишь мечта, и ее в жизни нет. Я не знал, что она тоже ищет меня наяву и во сне, приближаясь ко мне, что в назначенный час, глядя на нас, где-то на небе вновь улыбнулась любовь. Этот день отмечен ни кем и нигде, он обычный с ней.
день, который дала мне скупая судьба, чтобы встретиться с ней. И холодной зимой расцветал дивный сад. Я не мог ошибиться, я знал этот взгляд. 2000 лет и вот чистый свет в мире сказочных снов мне дарила любовь. Увижу ее через 1000 лет. Я ведь думал всегда, что она лишь мечта. Спасибо, спасибо. Пусть любовь царствует в вашей жизни. Добра и любви вам. Привет от Осетии. Игорь Кунзиев. Ваши аплодисменты. С ангелами и бесами. Может быть, надо больше аплодисментов, Юрмала? Действительно. Вот, видишь, все, в космос мы послали все, что надо. На самом деле, Кавказ в этом году оказался просто богат талантами. В принципе, наверное, как это было и много-много лет уже. Мы дождались. Следующая на эту сцену выйдет настоящая кавказская женщина, представительница Осетии. Милана Тамаева! Встречайте! Добрый вечер. Я очень надеюсь, что вы мне поможете своими аплодисментами. Поехали. И для самых лучших, самых любимых и желанных. Не просила, не мечтала. Мы с тобой два берега, только этого мне мало. Загляни в глаза мои, по губам читай молчание. Эту реку перейти ты сейчас пообещал мне. Сердце заколдованное ты освободил. Ты пришел, увидел, победил. Ты самый лучший, надежный, сильный, родной, желанный, необходимый. Ты самый лучший, мне Богом данный, родной, любимый. Ты самый-самый. Не жалей, не сомневайся, победители не судят. Просто рядом оставайся, ну а дальше будь что будет. Загляни в глаза мои, по губам читай молчание. Эту реку перейти ты сейчас пообещал мне. Сердце заколдованное ты освободил. Ты пришел, увидел, победил. Ты самый лучший, надежный, сильный, родной, желанный. Ты самый лучший, мне Богом данный, родной, любимый. Ты самый.
женщина, она как твоя мужчина. Ну я же говорила, настоящая кавказская богиня. Просто бесспорно, раз вот лучше. Спасибо. И все тут. Спасибо. Вы самые лучшие, спасибо вам огромное за ваши теплые аплодисменты. Милана Тамаева! Как вам наши конкурсанты? Вы не представляете, они просто на самом деле не перестают удивлять. Сейчас я стою за кулисами и думаю, как бы, как женщина, думаю, ну нет, по-любому артистка так одета. Потом думаю, ну нет, навряд ли артист так оденется. Как-то необычненько так. У меня был культурный шок, признаюсь вам честно, но Юра мне говорит, что Оксана... Ты еще такого не видела. Ну, соответственно, я думаю, что я имею право сказать, Юрмала, вы еще такого не видели. Встречайте! Я все-таки скажу, песни разные важны, песни разные нужны. Неожиданно, оригинально. Наша гостья из Новосибирска, Валентина Тамбовцева. Встречайте! Вот правильно, а многие парятся. Вышел, дал, Юрмала сорвал, аплодисменты, могла поехал. Могла бы и кепку в зал на сувениры. Ну что ж. Да, правильно, надо было.
А то мы, если что, отнимем, вышлем. На самом деле, география фестиваля все у нас больше и больше становится. Мы уезжаем все дальше, можно сказать. К нам, вернее, прилетают из разных концов света. А так и есть. Представители это всюду сегодня есть. И вот буквально Швеция, да, прекрасная страна, наши соседи, соседи Латвии, у них тоже есть, оказывается, русские шансонье. И это у нас становится традиционным. Он даже взял себе псевдоним. Александр Швед. Швед, встречайте, Стокгольм. С авторскими юморными песнями. Добрый вечер, дорогие, любимые, самые лучшие. Безумно, безумно рад быть вместе с вами снова. Две новых песни, как обычно, привез. Если помните, в далекое советское время было две проблемы. Какие? Это вечные проблемы, они никогда не исчезают. А было другие, немножко грубо звучало, но звучало так. Где найти пожрать и как похудеть? Правильно, да? Помните? Так вот, первой проблемы сейчас нет, да? Есть все. Перченое, копченое, с конца, завороченное, любое. Правильно, да? Но вторая проблема, она осталась. И вот один из методов бороться с этой проблемой. Песня называется «Ночной дожор». Да! Жарким летом, губя свою фигуру, там идут. На самом деле силы зла не где-то, а ночью в холодильнике живут. Увы, тот факт давно уже не сказка. Внутри его и килька, и бычок. Грозят нам и коварная колбаска, и даже недопитый коньячок. Заморить червячка — неплохой оборот, но свисают бока и круглеет живот. Я пытался худеть, вроде дело пустяк, но процесс тормозит этот жадный червяк. Да! Чреве освещенном силуэте зла немеренная рать. И ясно, что нам делать просвещенным: бороться с ними и их уничтожать. Поэтому простит меня Всевышний, не глядя на полночный форс-мажор. Боясь будить родных своих не слышно, я снова выхожу в ночной дожор. Заморить червячка — неплохой оборот, но свисают бока и круглеет живот. Я пытался худеть, вроде дело пустяк, но процесс тормозит этот жадный червяк. Червячка — неплохой оборот, но свисают бока и круглеет живот. Я пытался худеть, вроде дело пустяк, но процесс тормозит этот злобный червяк. Сильная проблема, да, злободневная. Борюсь, борюсь, никак не помогает. Вот, следующая песня, она не менее злободневная, посвящена такой жилищно-коммунальной службе города Санкт-Петербурга –
Вот, потому что автор текста из Санкт-Петербурга. Ну вот моя жена, она тоже из Санкт-Петербурга. Она, бедняга, уже пятый фестиваль ползает здесь, на коленях фотографирует. Почти, почти уже Нобелевский лауреат. Фотографии в ремонте, в сантехнике, приготовление пищи. Кстати, песня называется «Сантехник», а помогут мне в ней ваши прекрасные девушки из театра «Деко Данс» и замечательные музыканты «Латвия Шансон». «Сантехник». Взбунтовалась чудо-техника, стала течь водой Невы. Ясно, я позвал сантехника, а ко мне явились вы. В спецодежде белокурая и в помаде пухлый рот. Обалдев чуть от фактуры я, вдруг услышал, где течет. Мимо хлама прошлогоднего в ванну вы прошли тот час и разделись до исподнего. Что-то жарко тут у вас. Лихо встали на колени и нагнулись поглядеть. Ну что пошло за поколение, как же все это стерпеть? Подайте ключ на 19, теперь мощнее на 23. Я стал с размерами теряться, и закипело все внутри. Вам было где-то чуть за 20, я был постарше раза в 2. От мыслей может разорваться моя седая голова. Пятой рюмкою неистово я тушил в душе огни. Починили очень быстро вы, деньги взяли и ушли. Вот сижу теперь в прострации, я же столько лет прожил. Стыдно мне за ситуацию, даже чай не предложил. Я помню ключ на 19, и тот мощней на 23. И этот взрыв ассоциаций и уплывающий гран-при. Вам было где-то чуть за 20, я был постарше раза в 2. От мыслей может разорваться моя седая голова. Помню ключ на 19, и тот мощней на 23, и этот взрыв ассоциаций и уплывающий гран-при. Вам было где-то чуть за 20, я был постарше раза в 2. От мыслей может разорваться моя чумная голова. Вот такая история шведского сантехника. Вот такие неожиданно. Бы все были. Такие бы все были сантехники, да, дело бы. Александр, вы, наверное, кино насмотрели, я так понимаю. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш юмор. Ну что ж, а мы идем дальше по географии. Все становится интереснее, интереснее. Где-то вы там... не поверите, да. Чем дальше, тем будет намного интереснее. Недалеко от Швеции страна находится, Германия. Да, оттуда, по-моему, группа Modern Talking. Я точно знаю, что следующая исполнительница у нас из города Баден-Баден. Ну вот. Встречайте на этой сцене из Германии, впервые в Юрмале. А я бы ее назвал госпожа Геро. Мадам Геро. Мадам Геро. Марина Геро. Марина Геро.
немножечко понять. Не бегите, не спешите, что увидишь на бегу. А на Вигу посмотрите сквозь рассвет на берегу. А над Ригой, древней Ригой, золотые петухи, золотые петухи, как золотые огоньки, отпускают людям счастье и прощают им грехи. Золотые петухи. Ла-ла, ла-ла, ла-ла. Если вы хотите Ригу хоть немножко полюбить, если вы хотите Ригу в самом деле не забыть, вы по улочкам старинным побродите не спеша, где века древний камень лишь подошвами шурша. А над Ригой, древней Ригой, золотые петухи, золотые петухи, как золотые огоньки, отпускают людям счастье и прощают им грехи. Золотые петухи. Ла-ла, 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 ла-ла-ла. Если вдалеке от Риги вдруг вас память позовет, и по улочкам и паркам, как когда-то войдет, значит, вы сумели Ригу в самом деле полюбить. Кто хоть раз увидел Ригу, тот не сможет позабыть. А над Ригой, древней Ригой, золотые петухи, золотые петухи, как золотые огоньки, отпускают людям счастье и прощают им грехи. Золотые петухи. Спасибо большое. Я бы хотела сказать, что эта прекрасная песня о Риге написана известным рижанином, композитором Владимиром Хвойницким. Его сын Анатолий Хвойницкий сейчас находится в зале. И следующая моя песня – это песня Анатолия Хвойницкого, которая называется «Унисон». В этой песне мне помогает мой друг, композитор из Сочи, великолепный саксофонист Владимир Шехман. Грустит минорным соло саксофон. Воспоминания храня, бреду туда, где нет меня. С далекой юностью мы снова в унисон. Неспешно дверь откроет старое кафе, что затерялось в этом парке с прошлых лет. И вкус ванильного парфюма
вернется в памятной строке таким знакомым и уютным. Ну, привет! Ба-ба, ба-дам-ба-да-ба-да-ба-да. Сел за столик у окна, я подмигнул беспечно юности своей. Опять, как прежде, влюблена, мечтой о будущем полна, и улыбаюсь всем ошибкам в прозе дней. А саксофон под шум дождя кустов отгрёз, ей вторит соло, вам бы летит стать мудрей. Но у души не мой вопрос, в ЭДСР сейчас всерьез, и тянет юность побродить среди аллей. Саксофон. Воспоминания храня, приду туда, где нет меня. С далекой юностью мы снова в унисон. Воспоминания храня, приду туда, где нет меня. С далекой юностью мы снова в унисон. Мне бы еще хотелось сказать большое спасибо за то, что я вообще попала на эту сцену. Я безумно счастлива. И еще специальная благодарность моим друзьям, приехавшим из Германии, меня поддержать. Спасибо, дорогие. Ничего себе, поднимите руки выше. С приездом. Добро пожаловать. Фестиваль международный. Итак, Марина Геро. Германия. Спасибо, Маринь. Ну что ж, а мы продолжаем дальше. Сейчас. О, что будет сейчас? Его фамилия ассоциируется с красивым парусным судном. Его сценическое имя и то, как он ведет себя на сцене, это вот прям, я не знаю, морской офицер, молодой, но шкодный. Шкодный молодой российский офицер. И все для женщин. Встречайте прямо из Москвы Андрей Брик! Брик! Я такой красавец, но с тобою мне хочется. Знаю, мы не дикари, только странное внутри чувство такое, что. Но сначала надо бы вроде нам поговорить о погоде. Туда, где не бывает холодно, увезу я тебя, когда побросишь ты меня. И тогда узнаешь ты, что я как будто из огня. Поцелую тебя, когда попросишь ты меня. Туда, где не бывает холодно. Ну а если не захочешь, то пошли меня тогда. Туда, где не бывает холодно. Что делать-то будем? Давай с тобою будем далеко-далеко, детка. И там с тобою вспомню я все слова любовные. Здесь что-то холодно.
Но сначала надо бы вроде нам поговорить о погоде. Туда, где не бывает холода, увезу я тебя, когда попросишь ты меня. Туда, где не бывает холода, и тогда узнаешь ты, что я как будто из огня. Поцелую тебя, когда попросишь ты меня. Туда, где не бывает холода, ну а если не захочешь, то пошли меня тогда. Туда, где не бывает, туда, где не бывает, туда, где не бывает холодно, холодно. Туда, где не бывает, туда, где не бывает, туда, где не бывает холодно, холодно. Туда, где не бывает холодно. Да, да, там, где нет слова нет, все знают только слово «да». Туда, где не бывает холодно. Прям туда, где нагота свобода, а не нищета. Поцелую тебя, когда попросишь ты меня. Туда, где не бывает холода. Ну а если не захочешь, то пошли меня тогда. Туда, где не бывает холода. Туда, где не бывает, туда, где не бывает, туда, где не бывает холода, холода. Туда, где не бывает. Добрый вечер, Юрмала! Всем хорошего настроения, хороших песен. Сегодня очень много замечательных артистов. И я надеюсь, у вас сегодня будет супер настроение, все будет хорошо. Поехали! Оп! Я буду делать тебе хорошо, чтоб поняла ты, до меня дошло. Я буду делать тебе хорошо, не только завтра, а долго еще. Она сказала, иди и надолго, только я все равно никуда не пошел. Я сегодня сделал ей очень больно, значит завтра буду делать хорошо. Она сказала, что я пожалею, на цветочки, колечки твои не куплюсь. Только я сдавать назад не намерен, для нее в лепешку надо разобьюсь. Я буду делать тебе хорошо, чтоб поняла ты, до меня дошло, да. Я буду делать тебе хорошо, не только завтра, а долго еще. Она сказала, иди и надолго, только я все равно никуда не пошел. Я сначала сделал ей очень больно, а потом загладить, чем вино нашел. Я буду делать тебе хорошо, чтоб поняла ты, до меня дошло. Я буду делать тебе хорошо, не только завтра, ну, а когда же еще? Эй! Пока ты сама мне не скажешь, хватит, я дам тебе тысячу доказательств. Я буду делать тебе хорошо, не только завтра, долго еще. Все деньги свои я готов потратить, мосты между нами, чтобы наладить. Я буду делать тебе хорошо, тебе одной, ну а кому же еще? Я буду делать тебе хорошо, чтоб поняла ты, до меня дошло. Я буду делать тебе хорошо, не только завтра, а долго еще. Я буду делать тебе хорошо, чтоб поняла ты, до меня дошло, да. Я буду делать тебе хорошо, не только завтра, а долго еще. Yay!
Спасибо, Юрмала, с праздником! Всем хорошего настроения. А Андрей Брик такой вот был. Ну и что, мы продолжаем путешествовать по России. И следующая исполнительница приехала к нам из Иркутска. Она из Иркутска родом. Она автор, исполнитель и исключительно любит петь только свои авторские песни. Года 4, по-моему, назад она на этой сцене стояла с номинацией «Открытие года». Да. Я как сейчас это помню. Все хорошее возвращается. Встречайте на этой сцене Алена Андерс. Шикарным. А сейчас моя вторая песня прозвучит из моего второго авторского альбома,
Хочу вам сказать, что все песни пишу я сама. И, конечно же, вот моя первая песня «Одиночество». Эту песню совершенно недавно написала. Ну, как вам? Спасибо. А вторая песня, хочу сказать, называется «Рябина». В этой песне снялся очень известный «Сия Руси» артист, это Никита Джигурда. И как раз будет клип на этой сцене. Песня «Рябина». Под рябиной каждый вечер ждал меня. Столько страсти в этом было и огня. Каждый день дарил цветы, песни пел до хрипоты. А рябина нам укрыла наши глупые мечты. Каждый день дарил цветы, песни пел до хрипоты. А рябина нам укрыла все мечты. Рябина, рябина, ты помнишь все, что было? Как я его любила, то был волшебный сон. Рябина, рябина, нас ветками укрыла. Зачем с ума сходила, в душе остался он. Как у всех дела, заботы у меня. Где 17 лет, где все мои друзья? И вечерним часом пусть иногда нахлынет грусть, но махну рукой, как прежде, и назад не оглянусь. И вечерним часом пусть иногда нахлынет грусть, я назад уже не оглянусь. Рябина, рябина, ты помнишь все, что было? Как я его любила, то был волшебный сон. Рябина, рябина, нас ветками укрыла. Зачем с ума сходила, в душе остался он. Все вместе, рябина. Рябина, рябина, я его любила. Спасибо, дорогие. Всегда буду вас радовать своими песнями, своими композициями. Всегда от души. С вами ваша Алена Андерс. Вот такая настоящая русская красавица. Спасибо. Спасибо, Аленочка. Ну и сразу, как говорится... Как говорится, Латвия полюбила Кавказ. О. Как вы считаете, есть такое дело? Все началось, они крутые, крутые, все началось в прошлом году, когда в прошлом году вы победил в нашем отборочном туре один симпатичный парень с Владикавказа, которого сейчас надо просто немедленно сюда пригласить. В прошлом году он выступал как победитель, сегодня он уже приехал как приглашенный гость на этот фестиваль. По многочисленным просьбам встречайте прямо из соседей настоящий кавказский джигит Игорь Тасо! Добрый день, добрый вечер, Юрмала. Вот у нас в Осетии, когда гости приходят, то все улыбаются и очень дружно хлопают. Добрый вечер, Юрмала! Очень приятно, что я сегодня с вами.
это действительно дорогого стоит, потому как таких теплых людей с такими веселыми аплодисментами, конечно же, во всем мире найти очень-очень трудно. Не-не-не, спасибо большое. А то мы так весь концерт прохлопаем, а петь-то кто-то же должен обязательно, да? Друзья мои, мне нужна будет сейчас ваша помощь. Давайте мы сделаем так. Я изображу звук, и вы повторите вот этот звук. Три, четыре. Вот этот звук мне нужен будет обязательно, когда я руками вам подскажу. Хорошо? Мои рапощеват да синой да кагай фалаштон мешау жардадарт ой самамен кензена да саштете шагай Она хайфа коттон мамард. Ты когда-нибудь видел, как падает с неба звезда? Ты когда-нибудь думал о чистой и вечной любви? Ты кого-нибудь знал, кто ушел от тебя навсегда? Ты когда-нибудь ждал у незапертой двери шаги? Почему же тогда ты устал и не хочется жить? Почему же ты больше не рад, что как прежде в седле? А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. Знал, что чем выше, намного сильнее ветра. Понимал, по горам тяжелее намного ходить. Все равно рвался вверх, по дороге теряя себя. Что же там наверху ты такое пытался найти? Почему же тогда ты устал и не хочется жить? Почему же ты больше не рад, что как прежде в седле? А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. От этого не деться. Незаменима родина как мать. Соседи с большим аланским сердцем. Приехал мысли город вам весна на любимой и грешной земле. Перелетные птицы, конечно, домой и прилетят. И откроются окна и двери на алой заре. И войдет в них любовь и останется там навсегда. Почему же тогда ты устал и не хочется жить? Почему же ты больше не рад, что как прежде в седле? А на белой от снега земле
танцует метель, и снежинки твои заметают следы. А на белое снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. Когда-нибудь видел, как падает с неба звезда? Ты когда-нибудь думал о чистой и вечной любви? Намек понял. Дайлочка. Пиджак снимай. Почему рубашка сибирская? А теперь вы увидите картины моей красивой родины на карте мира. Это как Северная и Южная Осетия. На самом деле Осетия у нас одна, единая. И мне очень хочется, чтобы мы передали большой привет той красивой земле, на которой я родился. Это южная часть Осетии. Привет, большой город Цхинвал. Ну а теперь поехали! Сияет на небе, плещутся горы в тепле. Кто-то мечтает о небе, пусть будет мир на земле. Кто-то мечтает о небе, пусть будет мир на земле. Милые девушки наши в танце, как лебедь, плывут. И от улыбок их краше все расцветает вокруг. И от улыбок их краше все расцветает вокруг. Выплывает горянка, словно из гор ручеек. Неповторима улыбка, нежных цветов узелок. Неповторима улыбка, нежных цветов узелок. В танце легка осетинка, душу свою не тая. Словно весенняя льдинка, таю от счастья и я. Словно весенняя льдинка, таю от счастья и я. Хопа! Не до конца, взглядом своим все милее нам озаряет сердца, взглядом своим все милее нам озаряет сердца.
Сколь прекрасно на свете, просто влюбился и сам. И посвящаю я песню, милые девушки вам. И посвящаю я песню, милые девушки вам. И посвящаю я песню, девушки Юрмалы вам. Игорь Тасо и его прекрасные спутницы. Настоящий красавец. Ну как просто. Они плывут, а? Я тоже хочу так научиться. Получается? Ну ладно, научите потом. Надежда. Спасибо вам большое. Но это еще не все, друзья мои. Конечно же, мне хочется сказать слова доброй благодарности людям, которые организовали этот красивый фестиваль. Это же заслуживает того, правильно? Я хочу пригласить сюда вице-президента и директора фестиваля Юрмала Шансон Николай Иванович Белера. Ай, молодец, а! Дружнее, дружнее! Хо, хо, хо! Вот видите? Друзья мои, мне очень приятно, что здесь, на вашей красивой, латвийской, очень доброй земле, будет теперь свой горец осетин. Вот эта папаха, недавно совершенно у него был день рождения, я пообещал, что обязательно вот такая настоящая горская папаха, вот такой счастливой меткой. Видите все? В это время аплодисменты звучат, друзья мои. Николай Иванович, одеваем под аплодисменты. А из кого это сделано? О! Слушай, он больше похож не на осетина, а на запорожского казака. И мне бы хотелось пригласить... Наверное, родственник. Президента фестиваля Юрмала Шансон Николая Николаевича Смолина. Но по объективным причинам его сейчас здесь нет. Он чуть-чуть попозже обязательно появится. Мало того, появится, он еще и очень красиво поет. Но вот этот добрый, красивый подарок я попрошу передать Николаю Николаевичу. Ваши аплодисменты, друзья мои. С большим удовольствием. Спасибо тебе. Спасибо вам всем, что вы находитесь в этом зале и к нам идете на наш концерт. Мои золотые, поднимите руки, кто хочет вот такую папаху. Я очень рад, что вам это понравилось. В следующем году... Следующий год. Ты обязательно. Сочетал? Обещаешь? Для всего да. зала, что ли, приведешь? Да. Всего Сволочи вам доброго. Гита. Билеты продаются уже сегодня. Спасибо вам большое. Ну что ж. Да. Тем не менее, концерт нужно продолжать. Все хотят песен. А за 14 лет фестиваля представителя артиста с этой страны еще в Юрмале не было. А я с большой радостью хочу пригласить на эту сцену новую, прекрасную, красивую девушку, звезду страны Казахстан. Встречайте на этой сцене певица Сана! Thank you.
Добрый вечер, Юрмала. Чтобы ночью в небе плыть. Пусть будет больно, но в этой клетке мне не жить. Наша любовь словно ветер, и я бессильна без нее. Так хочу быть счастливой, и больше мне не нужно ничего. Я как птица свободна, но сердце летит за тобой. И так просит душа вернуться обратно домой. Ты меня не поймаешь, опять я летаю одна. Но однажды я просто отдам тебе оба. Хоть на миг дай мне остаться, ведь к расставаниям ты привык. Пусть когда-нибудь снова улететь я захочу, но я буду счастливой и больше ни о чем не попрошу. Я как птица свободна, но сердце летит за тобой. И так просит душа вернуться обратно домой. Ты меня не поймаешь, опять я летаю одна. Но однажды я просто оба крыла. Ты меня не зови, я назад не вернусь. От любви до любви только холод и грусть. Я как птица свободна, но сердце летит за тобой. И так просит душа вернуться обратно домой. Ты меня не поймаешь, опять я летаю одна. Но однажды я просто отдам тебе оба. Спасибо, спасибо, Юрмала! Блистательная звезда Казахстана, Сана! Ну а сейчас на сцену, я думаю, что много не нужно даже говорить. Выйдет да настоящий... Да просто поэт, песенник, композитор. Настоящий алмаз эстрады. Наши эстрады, да. Алиса Мон! Привет.
как всегда, потрясающие. Спасибо большое. Спасибо вам за аншлаг. Это мой друг, не пугайтесь. Вау! Вот это все. Огромное спасибо. Я хочу пригласить на эту сцену моего друга. Я очень уважаю и ценю его собственное творчество, потому что он и композитор, и поэт, можно сказать, коллега. Мы спели с ним дуэт. Песня называется «Кофе в постель». Сейчас она прозвучит для вас впервые в этом замечательном зале. Зинтери, я вас люблю и приглашаю на сцену Константин Бубнов. Встречайте. Добрый день. Вечер. Красивые, да, девчонки? Женщина с мужчиной не в ладах. Кажется, что это навсегда. Как гласит брутальная молва, ей так нужны слова, нежные слова. А кофе в постели, сердце снова тук-тук-тук. Хочет душа раздеться, но без рук, рук, рук. Как в дежаве из детства шторы распахнуть, мир в глаза окунуть. А кофе в постели, сердце снова тук-тук-тук. Хочет душа раздеться, но без рук, рук, рук. Как в дежаве из детства шторы распахнуть, мир в глаза окунуть. Женщине мужчину не понять, что без слов возможно все сказать. Но проходит день, а может два, и не нужны слова, глупые слова. А кофе в постели, сердце снова тук-тук-тук. Хочет душа раздеться, но без рук, рук, рук. Как в дежаве из детства шторы распахнуть, мир в глаза окунуть. А кофе в постели, сердце снова тук-тук-тук. Хочет душа раздеться, но без рук, рук, рук. Как в дежаве из детства шторы распахнуть, мир в глаза окунуть. Кофе в постели, сердце снова тук-тук-тук. Хочет душа раздеться, но без рук, рук, рук. Как в дежаве из детства шторы распахнуть, мир в глаза окунуть. А кофе в постели, сердце снова тук-тук-тук. Хочет душа раздеться, но без рук, рук, рук. Дежавю из детства шторы распахнуть, мир в глаза окунуть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Юрмала. Константин Бубнов. Прям подходит сейчас. Там есть тёшка протарённая, зарастает липень.
детишки маленькие поют эту песню, и мне это так приятно, она идет по наследству уже. Подорожник трава, не бы догадаться, может, вовсе у нас не было любви от тебя до меня. Ждать и не дождаться от меня до тебя. Только позови, да, подорожник трава, не бы догадаться, может, вовсе у нас не было любви от тебя до меня. Ждать и не дождаться от меня до тебя. Только позови. Спасибо. Спасибо, мои солнышки. Спасибо. О! Меняем стайл. Ну и я спою для вас сейчас песню, которую я не написала сама. Но сейчас настолько пыхаю и волнуюсь, что не могу вспомнить кое-что. Поэтому буду сразу петь. Эта песня из проекта «На 10 лет моложе». Вы заметили, что я действительно чуть-чуть помолодела. И песня эта мне как-то вот так по духу сейчас очень близка. «Розовые очки». Поехали.
Алмаз! Настоящий алмаз! Алиса Молан! Пообещала прижать к сердцу. Точно помню. Спасибо. Спасибо. Ну, прям такая уже как Латвия Смейта, латвийская девушка. Прям. Я хочу верить, что мы с вами будем чаще встречаться в этом зале. Спасибо вам. Спасибо. Алиса Мон! Юр, что расскажешь, что ты делаешь, когда ты слышишь свою самую любимую песню? Ну, слушай, настоящий мужчина останавливает свою машину и танцует. Ну, сейчас могу сказать однозначно, что это буду делать я. Потому что сейчас... Кстати, вы это тоже можете делать, присоединяться. Вот в той стороне есть настоящий танцпол, который предназначен именно для того, чтобы мы прям танцевали как могли. Вот я лично сейчас пойду танцевать, это однозначно. Потому что на эту сцену выходит... А я тоже хочу. Моя любимая группа. Я думаю, что любимая группа многих. Встречайте! Легендарная группа «Воровайки»! Здравствуй, Юрмала! Мы вновь с тобой! Давай! Руки выше! Встретила его и ушел покой. По ночам не сплю, мой он только мой. Встретила его, тяжело дышать от любви своей. Мне не убежать. Встретила его, тяжело дышать, от любви не убежать. А я девчонка из Ростова на Дону, Дону, Дону. И от любви его, как в горике, Дону, Дону, Дону. Цветы, букеты мне дарит, 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 дарит. О любви все говорить. А я девчонка из Ростова на Дону, Дону, Дону. И от любви его, как в горике, Дону, Дону, Дону. Цветы, букеты мне дарит, 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 дарит. О любви все говорит. Здравствуй, Юрмала. Здравствуй, Дзинтари. Мы снова с вами. Мы рады тому, что мы снова здесь. Поем для вас, спасибо огромное, ваши любимые и наши любимые песни. Продолжаем веселиться! Поехали! Поехали!
Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках, милая студенточка. Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки. Вместо рыжих садик носят девочки и воровочки. Куропчик мешают нам золотые гайки. Вот и ходим при наколках, мурки-воровайки. Группа, мы подруги, и хотели бы для вас, милые женщины, спеть тоже одну из наших любимых песен, которая так и называется «Подруги». Не надо слез, моя подруга лучшая. И не смотри ты грустными глазами. Не говори, что очень невезучая, что суждено судьбой, не знаем сами. Кто не живет, лишь тот не ошибается. А мы с тобой так многое успели, и ни к чему теперь, подружка, каяться. В краях далеких окрестили нас метели. Ах, подруга, подружка, подруженька, хоть душа наша бабья простужена, но ведь радости тоже случаются. Ни к чему тосковать и печалиться. Ах, подруга, подружка, подруженька, поболтаем с тобою за ужином. Все, что было задумано, сбудется, а плохое уйдет, позабудется. С тобою срок не за решеткой чалили. От жизни нам и без того досталось.
нужно. Но ведь радости тоже случаются. Ни к чему тосковать и печалиться. Ах, подруга, подружка, подруженька, поболтаем с тобою за ужином. Все, что было задумано, сбудется, а плохое уйдет, позабудется. Всех благ вам, всего самого-самого доброго. Ну и как вы думаете, какую бы песню сегодня мы не могли для вас не исполнить? Русская народная, блатная, хороводная, хоп, мусорок! Поем все вместе! Конвой. Чё мазуришь ты на понт, я не товарка, и пугаешь падла бабулой мой. От вашей грязи мусорской я настрадалась, поела вдоволь у хозяина харчей. Я раньше срока было дело, отзвонилась по актировке лазаретовских врачей. Все вместе, хоп, мусорок, не шей мне срок, машина зинги. В бараке лагерном фасон такой держал. Не опустилась я до лагерных мышей. А ты звони мне по ушам, катай волыну, про тот лопатник из Лоховской Скулы. Твой мусорок поднял про пуль потом, как тузик, то нюхал руки мне, то грязные полы. Все вместе! Хоп, мусорок, не шею мне срок, машина зингера. Катали, и под конец гадюшник этот привезли. Но провернулись в этот раз менты, что надо. Я тот лопатник даже близко не брала. И подписал ты зря, начальник, потерпил того под шляпу и очкастого козла. Хоп, мусорок, не шею мне срок, машина зингер. Мусорок.
Спасибо! Спасибо! Мы обязательно вернемся! Спасибо! Итак, аплодисменты себе любимым. Разогреваем ладошки, разогреваем. Потому что нужно аплодировать, встречать следующих наших замечательных гостей. Вы знаете, ассоциативно, когда выступает группа «Воровайки», все видели, тут же всплывает следом группа «Бумер». Вот это правильное начало второй части концерта. Итак, еще поярче эмоции, поискреннее, я повторюсь, группа «Бумер». Итак, последний раз. Тренируемся уже основательно. Группа «Бумер». Вот это другое дело. Добрый вечер. Руки выше. Свет.
Спасибо, друзья. Дай мне руку твою узкую, посмотри, как свеча плавится. Отчего ты лицом грустная, чем сердечко твое мается? Мы в научном живем времени, за окном в огоньках улица. Но однажды такой теменью невозможное вдруг сбудется. Всколыхнутся моря синие, каравеллы качнут реми, горизонта блеснет линия, за которым страна с феями. Там художники днем трудятся, ярко пишут холсты красками, а на площади и на улицах веселят народ сказками. И под звездами там медными засыпает дворец с башней, а в лесу мотыльки бледные кружат ночь над листвой опавшей. И шумят там дубы рослые, и сияет луна дерзкая. Ты считаешь себя взрослым, для меня ты всегда детская. Так пускай за окном матовым электричество жжет улица, и реальный наш век атома над придуманным всем хмурится. Дай же руку твою юную, посмотри на свечу пристальней. Мы откроем страну лунную, обещаю тебе искренне. Дай же руку твою юную, посмотри на свечу пристальней. Мы откроем страну лунную, обещаю тебе искренне. Спасибо, друзья. Спасибо большое. С нами сегодня бессменный лидер группы «Бумер» Юрий Алмазов. Спасибо, до свидания. Мы вынуждены продолжать, потому что, как я уже говорил, у нас много для вас припасено. У меня к вам один вопрос, всего один. Как вы думаете, если вот недавно специально записано в Москве на лучшей саунд-продакшн-студии Москвы песня для этого концерта, о чем эта песня? Фигушки. О любви так много поют. Много песен про это, про пето. Про Юрмалу. В Москве на лучшей саунд-студии про Юрмалу. Песня. Все любят друг друга. Правильный вопрос. А поет эту песню лучезарнейшая светочей моих. Почему я один вышел? Оксана Белера!
выходные песок. Небеспечный наши встречи, он теперь далек. На закате шаров я тебе нежное прощай. Шелест платья, берег счастья, позабытый рай. Позабытый рай. Вали голубой, бетюрмальские чайки любви неземной, бетюрмальские чайки небесной мечты, как символ любви. Бетюрмальские чайки парят над водой, бетюрмальские чайки повсюду со мной, бетюрмальские чайки кричат с высоты. Снова лето до рассвета, звезды и прибой. Где-то сон мой, мне бы снова встретиться с тобой. Выйди к морю, путь со мною, веря и любя. Не встречая в каждой чайке, вижу я тебя. Вижу я тебя. Вижу я тебя. Бетюрмальские чайки вдали голубой. Бетюрмальские чайки. Спасибо, родная и любимая Юрмала. Я вот решилась на такой смелый шаг. Первая моя песня про Юрмалу, хотя я отсюда родом здесь выросла. Безумно люблю свой родной город. Спасибо большое. Безумно люблю вас. Но этой песней я хотела сказать то, что я всегда за дружбу народов. И несмотря, что мы писали эту песню в Москве, она все-таки про нашу Юрмалу. Спасибо вам еще раз. Оксана Белера! Ай, я очарован просто. О, так человек меняется, просто неожиданно. Ну, а сейчас на эту сцену выйдет девушка, которая уже не первый раз к нам приезжает с южного берега Северного Ледовитого океана. Из города Архангельска. Да. Она, кстати, так иногда еще ездит в Лос-Анджелес зачем-то. На разных конкурсах тоже побеждать. Приятно, что там побеждает. А сюда уже как на работу. Отчитаться в Юрмале. Так сказать, о проделанной и выполненной. Сегодня Елена Бакурова здесь. Добрый вечер. Дождь за окном, все будет лить и лить. Не дашь уснуть ни ночью, ни под утро. Я так хочу с тобой поговорить. Ну вот о чем представить даже трудно. Несказанные вовремя слова. Теперь
Спасибо большое, спасибо за теплый прием. Хочется пожелать вам всем здоровья, счастья, благополучия, всегда хорошего настроения и до новых встреч. А почему была не права, придя в предутреннюю стужу? Так получилось. Обычно горячий должен мужчина приходить. То, что девушка пришла в стужу, может, всякое охладиться надо? Бывает. Я не знаю. Тем не менее, приятно вас увидеть. Спасибо большое. А в Лос-Анджелесе что делали? А то я запамятовал. Участвовала в фестивале международном. Так. И? И заняла 5-е место. Было очень приятно. Вот тебе здрасте. Как назывался фестиваль? «Какие люди в Голливуде». Вот так вот. Ну что ж, Елена Бакурова. Спасибо еще раз. Спасибо. До новых встреч. О человеке, который сейчас сюда выйдет, приказано не говорить ничего. Могу сказать, зная, что мне за это абсолютно ничего не будет. Президент фестиваля Юрмала Шансон Николай Смолин. Добрый вечер. Это дебют песни замечательный композитор Андрей Куряев. Нежность сердца кинул пустоту, музыку души пусти на ветер. Женщина роняла красоту, задержавшись в сумеречном свете. Плотно сдвинул шторы на окне, посреди тревоги и печали рисовала кистью на стене. Запах моря, женщин на вуале. Женщина любила и ждала. Однажды кто среди звезд поманил вдруг женщину вуали с маленьким букетом чайных роз. Дальние она шагнула дали, выцвели рисунки на стене. Ходят люди, их не замечая, лишь стоит в распахнутом окне. Чашечка невыпитого чая. Женщина любила и ждала. Жили
Смолин. Песня замечательного композитора Андрея Куряева. Я вас всех поздравляю с праздником песни. Желаю вам хорошего настроения. Ждем вас в следующем году. Будет юбилейный концерт. 15 лет Юрмалы шансон. Спасибо за внимание. И еще раз Николай Смолин. Начальство. Я хотел бы пригласить сюда девушку, которая всегда посвящает себя песням о любви. Вы же сегодня уже говорили, песни о любви нужны, да? Наталья Райская! Здравствуй, любимый город! Здравствуй, любимый зритель! Ну что, опять про любовь? Но в глазах горит огнем страсть. Мне бы губ твоих испить мед и запомнить навсегда сласть. Так, наверное, захотел Бог, чтоб два сердца не нашли. Тебя день, одинока и темна ночь, и отчаяния дрожит тень. Цвет. Хоть пока я не знаю, когда, и в ответ на мой вопрос нет, ты мне молча прокричишь «Да!» Спасибо огромное. Это была премьера песни. Она до этого никогда и нигде не звучала. Один из моих любимых композиторов – Олег Щеглов. А сейчас я хочу только сказать одну вещь. Вы знаете, я давно для себя поняла, что важнее любить, а не быть любимым. Потому что тогда любовь, она внутри. Этому я посвящаю
песню. Мы с тобой не расстанемся вовек. Лишь нам с тобой счастье странное в судьбе. С первой встречи суждено вместе быть навеки нам с тобой. Над землей пролетают чьи-то сны. О любви бесконечные мечты. Только знаю я одно, так любить дано лишь нам с тобой. Это любовь. Обреченные любить, знает все про нас любовь и научит только нас с тобой. Зачем? Зачем?
Мария Райская. Спасибо вам огромное. Все только о любви для вас. Максим и Паула. Спасибо. Я бы даже сказал «Вау!». Вы знаете, бывают такие истории разные в жизни. Я хочу об одной немножко буквально рассказать. Когда талантливый ребенок 5 лет от роду попадает в очень известную телепередачу, получает, я бы сказал, даже мировое признание, та буря эмоций у матери, которая в душе происходит, рождает песню, историю в музыке. И сейчас мы это услышим в исполнении автора. Анастасия! Самое главное – это наши дети. Дети – наше продолжение. Пусть они будут счастливы. Ты – дар вселенной бескрайней. Пришел в этот мир однажды весной. Пройти тропинкою тайны, узнать все со мной. Ты дал мне веру и силы, когда твое сердце забилось во мне. Роднее нет, мой любимый, тебя и ближе нет. Весь мир перед тобой, мир без границ, мир перед тобой, мир твой. Весь мир перед тобой, мир без границ, твой мир перед тобой, а ты мир мой. Однажды вечером мне рассказал, как, сидя на облаке, маму сам ты выбирал. Благодарю тебя, милый, и обещаю не подвести. Ты сделал самый счастливый меня на всю жизнь. Весь мир перед тобой, мир. Тебя целовал лучше всех, можешь не быть ты. Главное, чтобы знал мир без границ твой. Россия, Украина, Сирия, Америка, Китай, Германия, Бразилия. Мы дети разных мод, разных стран. Мы дети, живущие на одной планете. Глаза, разный цвет кожи, но мы похожи, и мечты наши тоже похожи. Мир без границ и без сбой. Мир перед тобой, мир без границ, мир.
спасибо. Ну и немножко можно потанцевать, сидя на креслицах. Песня очень актуальная, потому что в Москве всегда осень, а у вас тут лето и очень хорошее настроение, правда? Я не вижу и не слышу. Каких-то 6 часов, и мы на карте потерялись от номеров и адресов. На 2 недели отказались. Соленый край, текилы, бриз, луна как лайф, и мы одни. Мы одни. Hey! Белый-белый песок и апельсиновый сок официант приносит. А в Москве сейчас осень, хорошо на душе. Мы на пляже уже каждый день ровно 8. А в Москве всегда осень. Hey! Вы, видимо, устали уже, да? И вроде не было проблем, но трафик портил настроение. Ловили волны мы FM, но волны моря нас согрели. Соленый край, текилы, бриз, луна как лайф, и мы. Мы одни. Белый-белый песок и апельсиновый сок официант приносит. А в Москве сейчас осень, хорошо на душе. Мы на пляже уже каждый день ровно 8. А в Москве всегда осень. Сейчас осень, а в Москве. Белый-белый песок и апельсиновый сок официант приносит. А в Москве сейчас осень, хорошо на душе. Мы на пляж уже каждый день ровно 8. А в Москве сейчас осень. Еще столько хорошего впереди! А в Москве... Ай, хорошо! Ой, спасибо большое! Так приятно! Артисту очень мало надо. Ваши улыбки, аплодисменты и цветочки. Спасибо. Я хочу сейчас пригласить на эту сцену своего очень близкого человека, прекрасного артиста, автора, исполнителя Сергея Вольного. Ну-ну-ну-ну! Привет! Привет, друзья! 100 лет не виделись. Год пролетел незаметно, и мы снова вместе. Низко кланяюсь вам. Спасибо, что вы пришли. Ну и сейчас мы споем близкую песню сердцу, наверное, практически каждому в этом зале в ту или иную минуту вашей жизни, возможно. На самом деле, спасибо большое Music Box, телеканалу, который сегодня поддерживает нас, снимает этот замечательный концерт, который будут показывать по телевизору. И для нас вообще огромная честь быть сегодня здесь, потому что эта песня вошла в номинацию «Городской романс» в этом году. Ты сама виновата во всем, не смогла ты ответить «да». Но я в сердце живу
твое в хрупком замке из снега и льда. И нельзя растопить этот лед, превратить в водопад. Вряд ли кто-то из нас повернет наше время назад. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Я стала тебе любовницей, могла быть женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Ты стала моей любовницей, могла бы. Может, мне не хватало тепла, а может, веры в твою любовь. Я тебя от себя гнала, знай, что возвратишься вновь. Я в какой-то момент устал, откровенно тебе говорю. Ты покоя в душе искал, а я тело тебе дарю, дарю. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Ты стала моей любовницей, могла быть женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Я стала тебе любовницей, а могла быть женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Я стала тебе любовницей, а может, будешь женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Она стала моей любовницей, могла быть женой. И вместе, и себе. Давайте, силы-то еще есть, веселее, ребята. Спасибо. Провожаем прекрасную певицу Настасия. Спасибо, Настенька. Я вам искренне желаю, каждому сидящему в этом зале и всей вашей семье, ну, у каждого человека есть семья, счастья, счастья и мира над головой, мира без границ во всех отношениях в этой жизни. Спасибо. До новых встреч. Настасия. Галерка, вы как там? Отлично, силы еще есть. Ну, пару веселых песен. Ответочка Натали. Есть, о боже, какой мужчина, а будет, о боже, какая девчонка. Веселее. Это регги. Давай, Юрмала, поднимаем настроение. Грелки не будет. Мы с тобой встречаемся.
встретились на вечеринке. Ты была в платье и синей косынке. Глаза наши встретились и зацепились. С первого взгляда друг друга влюбились. Спросил, как зовут, ты ответила: Даша. Вот так началась история наша. Втюрился в тебя по самые уши. Прошу, родная, меня послушай. О, Боже, какая девчонка. Может, может быть, родишь мне ребенка, сына, похожего очень. Она с тобой, между прочим. О, Боже, какая девчонка. А может, ты родишь мне ребенка, дочку, красивую очень. У нас все получится, точно! Оп! Давай, может, найдется Даша? Настенька разрешила. Даша есть в зале? Для меня ты самый лучший на свете. Ну и я мужчина в полном рассвете. А теперь мы пара, как уж ни крути. И чартер несет нас на Бали-Бали. Там у океана на белом песке. Расскажу тебе на понятном языке, что втюрился в тебя по самые уши. Прошу, родная, меня послушай. О, Боже, какая девчонка. Может, может быть, родишь мне ребенка, сына, похожего очень. Она с тобой, между прочим. О, Боже, какая девчонка. А может, там родит кто-то ребенка, дочку, похожую очень. Она с тобой, между прочим. О, Боже, какая девчонка. А ты не хочешь от меня ребенка, сына, похожего очень. Она с тобой, между прочим. О, Боже, какая девчонка. Ну роди, пожалуйста, ребенка, дочку, красивую очень. У нас все получится, точно, точно! Получится. Точно. Эксперимент. Спасибо вам большое. Низко кланяюсь. Это самое главное. Аплодисменты. Ну и теперь, конечно, вот этой девчонке, которая родит мне ребенка, я ее буду называть как... Даша, ты самая лучшая, и ты самая... Кто бы мне что ни говорил, что не моя ты и далекая, я не слушаю никого, даже когда мне одиноко, так пусть не завидуют они. Не всем дано любви и влечение, то состояние души, когда приходит вдохновение. Ты самая красивая, ты самая любимая, ты самая желанная, родная, ненаглядная. Ты самая красивая, ты самая любимая, ты самая желанная, мне небо видно данная. Ты самая желанная, мне небо видно данная. Лай, ла-ра-ра-ра-най-на-на, лай, ла-ра-ра-ра-най-на-на, ла-ла-ра-на, ла-на-на-на, ла-на-на-на-на-на-на-на-на. Моя душа в твоих руках, прошу ее, держи, не отпускай. И даже если скажешь, уходи, я не уйду, ты так и знай. Все в этой жизни неспроста, и если встретились с тобой мы, значит, где-то там на небесах нитью связаны одной мы. Ты самая красивая, ты самая любимая, ты самая желанная, родная, ненаглядная. Ты самая красивая, ведь только ты, ты самая любимая, ты самая желанная, мне небом видно данная. Ты самая желанная, мне небом видно данная. Ты самая.
ты самая любимая, ты самая желанная, мне небом видно данная. Вы самые лучшие, самые красивые, это проверено 100%. Вы самые красивые. Низко кланяюсь, спасибо вам большое. Надеюсь, увидимся скоро снова. Сергей Вольный. Прям вот море эмоций у меня в груди. Я не знаю, как у вас. Эмоции еще присутствуют. Ну, тогда продолжаем концерт, а то я думал, да и... Ага. Или мы все пришли за песнями? Это как встретились два человека, один говорит, и как дальше жить? Вот как дальше жить? Друг его спрашивает, ты действительно хочешь знать, как дальше жить? Говорит, конечно. Спроси у Рубиновича. У какого? У любого. Вот я и думаю, как дальше жить. Потому что сейчас на эту сцену выйдет обладатель национальной музыкальной премии Белоруссии за песню к фильму «Следы апостолов». Человек, для кого Белоруссия является родной страной, но сейчас он живет в США. Уже наш традиционный гость, человек, который всегда стоит на своем. Феликс Луцкий! Лопатер Юрмала! Хлопаем все в ладошки! Пошли сразу! Сразу-сразу проснулись! Хопа! Не все хлопают. Я тебе подарю календарь, где на каждой странице мысли, где начало не месяц январь, а начало хорошей жизни. Подари календарь на весь год. Пусть он просто банально сбудется с минимальной цифрой невзгод. Пусть он стерпится, пусть он сбудется. В Новый год пускай случится то, что мы давно хотели, а потом уж по странице, отрывая дни недели. Научись на всякий случай делать ставку на удачу, и тогда все будет круче, шансы есть. А как иначе? Очень приятно видеть знакомые лица в зале. Я знаю, что здесь много рыжих, как много лет назад. Я вас не слышу. Эй, эй, эй! Нам уже 18+. Нам уже есть, что вспомнить вместе. Я своими годами горжусь, и чем дальше, тем чище песни. Я тебе подарю календарь, пусть хорошие дни не кончатся, не заглядывай слишком вдаль. Счастье близко, уже торопится. В Новый год пускай случится то, что мы давно хотели, а потом уж по странице, отрывая дни недели. Научись на всякий случай делать ставку на удачу, и тогда все будет круче, шансы есть. А как иначе? Все хлопаем! А еще громче! А теперь я хочу услышать не только ваши аплодисменты. Можно даже покричать: Юрмала! Пускай случится то, что мы давно хотели,
а потом уж по странице, отрывая дни недели. Научись на всякий случай делать ставку на удачу, и тогда все будет круче, шансы есть. А как иначе? Помогайте! В Новый год пускай случится то, что мы давно хотели, а потом уж по странице, отрывая дни недели. Научись на всякий случай делать ставку на удачу, и тогда все будет круче, шансы есть. А как иначе? Все хлопаем! Галерочка, я вас не слышу! Хотел сказать, не вижу. Нехорошо вижу, но хотелось бы лучше услышать. Эй! Я же знаю, что вы можете, я же помню. Я же скучал. А ну-ка еще громче, еще громче! Не-не-не, вы можете громче. Спасибо большое. Вы знаете, пролетел год. Пролетел год, как я стоял на этой замечательной сцене в этом прекрасном городе Юрмала. Я бы сказал, даже не на замечательной сцене, а сцену, которую вот можно целовать, потому что это действительно сцена счастья. Счастье встречи с вами и просто счастье стоять на этой сцене. Вы знаете, помните, наверное, меня, да? Кто-то был здесь в прошлом году? Вы знаете, что... Рыжая, да? Не, но сегодня не рыжая, я поменял женщину. Какой Феликс Луцкий без сюрприза? Конечно, я сейчас с огромным удовольствием хочу пригласить очаровательную, прекрасную, рыжую девчонку под ваши аплодисменты, Элла Френкель! А еще громче, ей будет приятно. Рыжая девчонка. Как долго мы не виделись с тобою. Ни год, ни два, как будто целый век. Под Новый год приду к тебе с судьбою. Волшебником без горести, без бед. Пусть постоит одна. Чтоб пела, веселилась и смеялась. Таких, как ты, на свете больше нет. Ты милая, желанная, родная. Давай споем наш жизненный сонет. На елках новогодние игрушки. У нас с тобой янтарное вино. О, сколько накукует нам кукушка. Хотелось знать, но, к счастью, не дано. О, сколько накукует нам кукушка. Хотелось знать, но, к счастью, не дано. А ну попробуй без меня. С тобою встречи я ждала так долго. Казалось, не настанет этот час. Но Новый год развеял все туманы, и музыка души звучит для нас. Что пели, веселились и смеялись. Таких, как ты, на свете больше нет. Чтоб мы с тобой навек не расставались. Давай споем наш жизненный сонет. Помогайте нам! На елках новогодние игрушки. У нас с тобой янтарное вино. О, сколько накукует нам кукушка. Хотелось знать, но, к счастью, не дано. О, сколько накукует нам кукушка. Хотелось знать, но, к счастью, не дано. Тебя здесь ждут зрители, подойди поближе, покажись. Похлопайте, рыжая девчонка. Но я к вам, мои родные, любимые. А где же цветы? Где цветы? А давай станцуем.
как мы на свете больше нет. Чтоб мы с тобою век не расставались, давай споем наш жизненный сонет. Давай! На елках новогодние игрушки, у нас с тобой янтарное вино. О, сколько накукует нам кукушка, хотелось знать, но к счастью не дано. О, сколько накукует нам кукушка, хотелось знать, но к счастью не дано. Хотелось знать, но к счастью не дано. Спасибо. Ой, ты сказала слово. Спасибо большое. За вас, за всех. За ваши великолепные... Аплодисменты. Аплодисменты, я искала это слово. Искал, не надо его искать. Я скажу коротко, и меня поймет вся публика. Лаптиес. Что-то сказал с акцентом, да? Хорошо, тогда так, чтобы без акцента, и вы тоже похлопайте. Лапвакар. Спасибо большое. Спасибо. Провожаем Эллу, провожаем Феликса Луцкого. А что, вы вот так просто проводите без аплодисментов? И что, вот такие вот просто будут такие жиденькие аплодисменты? А можно все-таки услышать, что здесь полный зал, полный зал! Ах, черт побери! Решил я остаться. Решил я остаться. Довольны? Нет, да, не слышу. Очень хорошо слышу правую сторону, и вот там девчонки танцуют, молодцы. Девочки, а ну-ка покричали. Молодцы. А левая сторона? А что-то я не понимаю, почему там А, а здесь О. Ну а теперь все вместе похлопали в ладошки. Я не хотел уходить. Я не хотел уходить по одной простой причине, что ни одного букета с цветами. Ну, ни одного букета с цветами, ни цветка, ничего, да, вот развели руками. Но я делаю вам алаверды. Алаверды. Что? Классно сделать алаверды. Поверьте мне, вам понравится. Похлопали все в ладошки. А где ваши ручки? Я скажу одну дежурную фразу знаменитого человека. Выше руки, больше жизни! Тебя в тот вечер самый первый я после школы провожал. Из клумбы робко и не смело цветы я белые сорвал. Я был тобою околдован, казалось, это навсегда. Весь мир был нам двоим дарован, сияли счастьем небеса. Ах, эти белые цветы, они предвестники надежды. В глазах твоих такая нежность, ты шепчешь, я люблю тебя. Ах, эти белые цветы, как детские мечты о счастье. Мы снова у любви во власти, не отрекаются любя. Листая годы, как страницы, за нас решила все судьба. И мы, как две большие птицы, с тобой расстались навсегда. Сынок мой маленький, в тот вечер твою дочурку повстречал. Из той же клумбы так небрежно он белые цветы сорвал. Ах, эти белые цветы, они предвестники надежды.
глазах твоих такая нежность. Ты шепчешь, я люблю тебя. Ах, эти белые цветы, как детские мечты о счастье. Мы снова у любви во власти, не отрекаются любя. Предвестники надежды. В глазах твоих такая нежность. Ты шепчешь, я люблю тебя. Ах, эти белые цветы, как детские мечты о счастье. Мы снова у любви во власти, не отрекаются любя. Детские мечты о счастье. Мы снова у любви во власти, не отрекаются любя. Феликс Луцкий, Нью-Йорк! Оксана Билера! Феликс Луцкий! Оксана Билера! Оксана Билера! Забираю, забираю, пошли. Так, Феликс. Интересно, а услышит зал, они хотят, чтобы мы ушли или нет? Нет, правая сторона мне нравится. А весь зал хотят, чтобы мы ушли? Феликс. Мы вернемся. Я обязательно. Я уже ревную. Я понял. Спасибо. Оксана Билера! Феликс Луцкий! Мы еще вернемся! Обманщики. Они не еще вернутся, они снова вернутся. Встречайте всех бурными аплодисментами! Зовет от забот светом новых звезд. Чая крик, счастье миг, солнце нежный блик. Прочь печаль, смотрит вдаль, песни фестиваль. Все! Юрмала шансон, смотри, слушай, вся страна. Юрмала шансон, запомни наши имена. Юрмала шансон, поет Балтийская волна. Юрмала шансон, душа надеждами полна. Чей-то смех и успех, слезы не высота, пусть бегут года. Прочь печаль, смотрит вдаль, песни фестиваль. Юрмала
Смотри, слушай, вся страна, Юрмала шансон, запомни наши имена. Поехали! Юрмала шансон, поет балтийская волна. Юрмала шансон, душа надеждами полна. Еще круто!